Всем здорова и добро пожаловать на канал Арк Юрского периода. Вчера у нас наступило новое обновление в Арк, в котором ввели в игру Хэллоуинский ивент, который обещает быть последним в Арк 1, к сожалению. Как-то это печально звучит, но это так. И ввели всякие штуки, как обычно, Додо Рекс, Додо Уверна, каждую третью ночь, в полночь у нас на карте спавнится Додо Рекс, которого можно убить, который призывает всяких додошек зомбических, у которого 6 шестерок хп. Убиваете его, получается там чибика, всякие хэллоуинские штуки, можно крафтить скины, из дропов падают всякие вкусняшки вам. Вот такой ивент, это все прикольно, но вместе с этим, ивентом незаметно добавили фикс Фьордхаука. То есть в этом обновлении пофиксили Фьордхаука и нигде об этом особо не написали. И прикол, а это как бы важно. Давайте все по порядку. Хэллоуинское обновление будет длиться ивент с 19 октября по 2 ноября. На официалках повышены рейты. Многие из вас на них не играют, но для меня это очень важно, потому что я там играю и на Аркапокалипсе X5, малых трайбах 4,5 иксы, на официальных обычных 3 икс и Conquest 4,5 иксы. Также добавили там всяких скинов, чибиков. Новый чибик это Десмодус, Тервятник, Удильщик, Аронео и жуткий Бульбадох. Нормально, пойдет. Так, дальше призрачные скины новые, Жнежница, Бульбадога, Рекса, Василиска, Снежную Сову и Богомола, также Льдоволка. Это новые какие-то айтемы, вещи выпадают, украденные на дроби, пугало, кость динозавра, дина, конфеты, кукуруза, тыква. Ну это прикольно, дина, конфеты, я помню, когда-то были, я кормил их, это на Новый год, наверное, на ивент было, что скорость увеличивала у летающих существ, давала тебе преимущество, помню, на птере, от птера улетал, и чувак офигевал там. Так, эмоции можно приготовить себе в котелке новые эмоции, эмоция испуга, эмоция стук, эмоция зомби, танцевальная эмоция, эмоция паники. Ага, всякие, короче, принты, скины, рубашки. Ладно, это все нифига не интересно. Так, что там еще? Неофициальные владельцы могут активировать. Так, и что? Так, давайте приступим к самому главному. К фиксу Фьордхаука. Балансовый элемент Фьордхаука. Фьордхаука забалансили, он уже не будет такой жесткой имбой. Так, первое. Снижение скорости полета Фьордхаука при подборе мешков со смертью. Когда Фьордхаук ваш мешок, либо какой-то другой подбирает, он будет медленнее летать, по нему легче можно будет попасть. Он, например, турели его быстрее будет убивать, и все такое. Теперь он медленный станет с мешочком. Увеличено время до того, как ястреб станет невидимым, до 20 секунд. То есть он будет еще медленно летать, и 20 секунд будет на то, чтобы его убить. Но это жестко. Я честно не помню, сколько было раньше, но секунд 10, наверное, было там, или 5, сейчас 20. Дальше, добавлено время перезарядки на 1 час при извлечении инвентаря игрока после его смерти. Ладно, это я что не понял, ладно. Уменьшено базовое здоровье и здоровье за уровень, полученный на Фьордхаук, примерно 40%. На 40% меньше хп стало Фьордхаука, окей. Добавлен двукратный множитель урона от орудий и снарядов. Зашибись, он еще и 2 раза будет урона больше получать. Короче, Фьордхаук теперь, слава богу, не такой имбой станет. Мне от этого только легче, потому что я так не хотел геморроиться с их поручением. Конечно, все равно он имба, но... Так, дальше. В следующей основной версии будет добавлено визуальное улучшение для отображения клиента времени восстановления. Так, дальше. Исправлено несколько сбоев, исправлено несколько эксплойтов. Ну, в общем, тут самое главное, незаметное изменение Фьордхаука, что теперь он не такая имба, он будет более медленный, его больше времени на убитие, он больше урона будет получать, у него меньше хп. Короче, по всем фронтам его зафиксили. Ну, такие у нас были новости в Арк. Это ставьте лайки, пишите, как вы относитесь к такому фиксу Фьордхаука. Ну, как бы это все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока.